Всем привет, друзья! Зачем я купил такой большой рюкзак? Сейчас буду полдома с собой таскать. Резину тянуть не буду, времени уже много. Скоро темнеть начнет. Сделать очень много работы нужно. Грандиозные планы у нас на сегодняшний день. Время уже 4 часа. По ходу дела все покажу, расскажу. Показать есть что. То скоро темнеет, в темноте не очень охота будет колупаться потом. Видали, какой зимний газ? На улице 10 градусов 15. Уже не зажигается. Сейчас растоплю печку. Сегодня ночевать здесь был. Ну все, вроде разгорелось. На мгновение даже испугался. У меня же в этом рюкзаке даже спичек-то нету в запасе. Горелка сломалась бы и все. Я уже приходил сюда, был выходной у меня на полденечка. Сейчас посмотрите эти кадры, я пока здесь позанимаюсь. Смотрите, как интересно растет веточка сбоку, в бок. Надо будет ее оставить, можно будет какой-нибудь подсвечник сделать. Принес такую кучку, думаю, должно хватить. Да, навесик не помешало бы, чтобы снег сюда не залетал. Вот прелесть лесной бани по-черному. Это то, что там аромат такой дымка. Где-то птичка. Дымком так приятно пахнет. Копчененьким. Достал бензопилу, напилил. Бензопилу я не уносил еще здесь, она пока что живет. Специально говорю тем, которые не доверяют постоянно. В тот раз полдня пилил ножовкой. Кто-то там писал, что я же вижу, что спил бензопилой. Да мне смысл обманывать постоянно, вот какое-то недоверие. Если я пилю ножовкой, я говорю, ножовкой пилю. Если бензопилой, я никогда не скрываю, что я бензопилой напилил. Смысл врать. Народ нынче какой-то недоверчивый пошел. Все пытаются в чем-то
всегда подловить. Где-то как... недоверие капец, конечно. Да. Я не спорю, там кто-то, конечно, и обманывает очень много. Но это не надо ко всем относить. Вот столько напилил. Посмотрим, насколько хватит. Вот все бы такие ровненькие были, кололись бы так ровно, как из-под рейсмуса. А то попадаются какие-то закрученные. Такая кучка получилась. Нормально. Какие толстые были, поколол. Тонкие, так ставил. Печку надо освободить место для начала, чтобы в тепле заниматься здесь. Сделаем печку сперва, поставим, установим. Вот такая вот будет в бане у нас печка новым зрителям, если кто-то не знает. Это у нас баня будет. Это из гаража я взял. Спасибо продавцу Сазона. Ждал, которую печку заказал. Срок все продляют. Короче, взял из гаража. Пойдет пока. Уже позамерзла земелька. Капец, блин. Я, друзья, эту дырку уже 2 часа колупаю. Ты все через жопу-то постоянно. Бензопила. Бензин кончился. Бензина нету. Отпилил бы сейчас это бревно. Распилил бы и все. Да. Возюкаюсь тут. Ножовкой вон топорами. Выколупываю. Ну, попарился-то я еще, когда сюда шел, дорогой, пока эту печку дотащил. Сейчас второй заход, вторая парка. Блин. Кстати, друзья, ножовочка ко мне приехала. Это не реклама, но могу даже название не показывать. Ну, ссылочки тоже не буду оставлять. На Озоне покупал. Финленд, 1953 ножовка. Пилит вообще шикарно. Завтра устроим тест за 500 рублей, которые у меня тут. Ей буду пилить. И вот это вот на время. Посмотрим, кто на сколько, за сколько распилит бревно. Шикарная ножовочка. Ну, не знаю, насколько хватит заточки, но пока пилит замечательно. Вот так вот на улице вывел. Достаточно будет. Единственное, что труба шире намного, чем дымоход здесь выходит у печки. Не знаю, будет дымить, нет. Сейчас протестируем. Щепочки. Сейчас перекушу
чаю попью. Да. Пойду дальше делать. Все равно уже главное на улице сделал, все работает. Прокопать главное было на улице. До темна. Петечка сегодня не чудит пока что. Это у нас начало седьмого уже время. Кстати, пену еще купил. Ага, запенит. Как он запенил? Так, чем перекусить? Вечером потом сварим чего-нибудь вкусненького. Спина устала что-то. Вот люблю, когда вся работа уже сделана. И тогда сесть, отдыхать уже, наслаждаться. Не люблю, когда работа не закончена. Но ничего, время мало, еще успеем. И посидеть, понаслаждаться. Покажу. Нарезал что? Скульптурку. Осталось доработать ее немного. Но сегодня доработаю. Завтра, наверное, покажу. Ага. Протечка обнаружена. Где-то протекает. А, так это масло бежит, что ли? Ё-моё. Прогрыз, что ли, кто-то масло? Я думал, крыша протекает. Мышки опять, походу, проснулись. Не слышно было, не видно их. Да, опять надо все прятать. Хотя вот здесь дошираки лежат целые. Че они на масло позарились? Непонятно. Вообще градусов хотел посмотреть, что-то раскочегарилась печка, жарко. Сравним эти два градусника. На одном показывает 18 в самом холодном углу. На этом 16. Не особо разница. Возле печки вообще горище, капец. Хоть паришься, хоть можно здесь париться, землянки. Ну что, друзья, печечка топится, все нормально, не дымит нигде. Ставьте ставки, попаримся ли сегодня. Третий раз. Бог любит троицу, как говорится, да? Может, ничего. Паримся в этот раз еще. У нас нет волков в этом регионе, кстати, если кто-то переживает. Кстати,
те, кто писал, кирпичом обложи или камнями. Вот результат. Полчаса, наверное, топится, но дышится еще прохладно. Камни не дают теплу расходиться. Пока камнем не прогреются, теплеть не начнет. Поэтому в землянке или в избушке не вариант откладывать. То ли через 15 минут, то ли через час, наверное, только начнет отдавать тепло. Ну вот так вот обколотил. Нормально. Утеплителя почти не видно. Все, друзья, вот так вот как-то обшилось. Еще даже чурочки остались. Вполне неплохо. Все закрыто и утеплено. Эту стенку не стал обшивать. Ну уже так не дышится, подогрелось. Градусов 15, наверное, есть. Камушки тоже нагреваются. Пойду напилю дровишек еще. Вот столько дровишек напилил, засек специально за 20 минут. А в тот раз простой ножовкой за 500 рублей, часа 3, наверное, 4 пилил такую же кучку. Разница, да? Ну все, баньку подкинул, дров напилил, везде все готово, остается только ждать. Покушать еще приготовить. Ой, можно отдыхать наконец-таки. Время 9:30 уже. Вот это я люблю, когда все сделано уже. Вроде в лес приходишь отдохнуть, но не всегда получается. Чесночочек добавляем для вкуса и аромата. И секретный ингредиент. Шучу, идет секретного нету. Укроп обычный. Вот такие галетики взял на приманку, лисички. Я как-то уже оставлял, скушали. Не знаю, то ли лиса съела, то ли козлы, косули. И поставим такую, простая, что-то дешевая. Может, что-нибудь заснимет. Сегодня уже по-человечески. Не на фуфайке, как в прошлый раз. Да, кстати, зритель канала написал ВКонтакте мне и решил мне сделать подгон с
спальник хороший. Скоро приедет. Будем со спальником ходить. Ну, мне она больше как одеяло нужна. Ну, она как и подстилка будет служить, не как одеяло. Так что спасибо большое. Наверное, смотришь ролик. Жду с нетерпением. Будем со спальничком ходить. А я хотел купить-то, я же вам в прошлом ролике говорил, что заказал. А я подумал только, так-то и не заказал. Посмотрел. И все. На этом закончилось. Чаек с медком. Еще медок с собой взял. Сахар особо не ложу в чай. С медом сейчас в последнее время пью. Вот такой чай прикольный. И полезный еще. Кипятком главное не заливать. Время без 10:12 уже. Пора или поужинать. Укропчиком пахнет как. Зонтики бы, конечно, лучше. От укропа. Рассыпчатая, как я люблю. Ну вот наш чудесный ужин. Готов. Молочко, хлеб, картошечка. Больше ничего не надо. Всем приятного аппетита, ребята. Я вот думаю, если в этот раз не получится опять попариться, то буду ставить эту печку, а ту печку сюда поставлю. Короче, поменяю местами. Эта печка капец жарит. По два полена кидаю, и то иногда проветриваю, дверь открываю, потому что жарище капец. Уже разделся. Жалко, футболки нет. А в бане что-то не особо-то. Камни горячие, но в бане тепло только. Градусов 20, наверное. Вот поддувало полностью закрыто. Но печка все равно фигачит. В режим тления не ставится. Это плохо. Дрова жрет быстро. Да, вот печки надо, наверное, менять местами. Та печка как раз в режим тления входит. И не жарит так сильно. И дрова не будет жрать много. Ну, по теплоотдаче, думаю, ее хватит на это, на землянку. А эту туда в баню ставить. Пусть кочегарит там. Вода не кипяток, но тепленькая. Ладно, пойдемте, эту пол первого. Спать пора. Конечно, надо было пораньше водичку поставить. Ну, тепло просто. градусов. Еще хуже, чем по черному. Не, ерунда. 36 градусов максимум. Больше не выдает. На землянке печку буду ставить. Так что, ребята, хотел как лучше, получилось как всегда. Блин, ё-моё, все у меня с этой печкой никак не заладится. Ну ладно, чё,
на ночь накалю. Так, по два полежка буду подкидывать. Буду ложиться сейчас отдыхать уже. 10 минут второго. Капец. Протопил эту баню до полночи. Попью сейчас молочка до спать. Так что ладно, до утра. Стучу. А я вообще насрать. Шкребет себе, шкребет. Кофеечек. Что-то спина поболит. После этих кругляшов из досок получше на розетке. Сейчас я этот заказ доделаю, потом покажу попозже. И потом уже куксу буду резать на заказ. Сейчас подумал, что мне самому тоже надо себе куксу приобрести из железной посуды. Горячо пить. Из деревянной никогда не обожгешься. Также и деревянные ложки. Помните тот пенек, который отпиливал в прошлое видео, показывал? Вот что из него получилось. Оно как панно, кошечка будет. Вчера подшкурил вечером, вышкурил. Так-то нарезал еще дома. Отсвечивает, наверное, нет. Такая египетская. Специально. Просили, чтобы на стену можно было вешать. Оставил задний план. Сделаю здесь крепление. И можно будет вешать на стену. Осталось тут зачеканить фон, покрасить. И все будет готово. Выложу потом в телеграм-канале эту фотографию. Готовность, когда будет. Ну и следующий у нас там кукса по заказам нарды. Работаю, все работы показывать буду. Такая вот у нас привада будет для зверушек. Пойдемте поставим эту ловушечку. Ну пока, избушечка, спасибо, приютила. С этой баней, блин, связался. Другая работа не делается. Дверь вот надо делать. То все. Я с баней все возюкаюсь. Все, вот так вот установил. Прикормку положил. Прям возле бани. Потому что у меня здесь банка была от каши кинута. В костер. Сегодня подходил. Она метров у 200, наверное, была. Кто-то таскал ее. Ну, козлы вряд ли. Лисичка, скорее всего. Так что она по-любому сюда приходит, когда здесь никого нет. Должна прийти отведать нашего угощения. За мусор. Не ругайтесь. Потом сожгется все.
Приборка тут весной будет. Щепок, наверное, до хранища будет еще. Завод опять там разгудился. По утрам его особенно хорошо слышно. И чувствуется, в лесу это уже воздух не такой чистый стал. С вечера чище был. Надо в тайгу сваливать куда-то. Видимо, ветер в эту сторону от завода. И уже экология подпортила сразу же. Ладно, друзья. Остался бы еще завтра на работу просто. Вот так вот сегодня погуляли. Ну, нормально, пойдет. Так что всем спасибо за просмотр. Удачи, здоровья. Не болейте. И всем пока. До новых встреч!